Аркию! Аркию! Мальчик оторвал. Говорит, я тебя прикончу. Оторвала ручка. Ну все, минус один турист здесь на Занзибаре. Добрячком, комрады, с вами мастер Рэм. Только раздуплился здесь, в Казахстане, потому что я путешественник с 17-летним стажем. Ну а в Казахстане нежный дождик, жара, ракета спала до 39.9. Ну вы знаете, сейчас утро всегда начинается с фитлайном. Я только с ним просыпаюсь, потому что этот классный продукт, 20% скидки там, в описании. Ну, он меня на ноги ставит, вот и все. Ну а видео будет... Занзибар. Вы знаете, такой поцелуй красивой жизни. Поплывем на такую красивейшую отмель и увидим один сюрприз. Скажу по секрету. Остров Билла Гейтса. Мемба. Мемба. И послушаем нашего специалиста. Куда мы едем, Виктория? Мемба. Что вы мямлите оба? Давайте по делу. Что Мнемба. Там будет? Там офигенный коралловый риф, который как в Египте. Там стена, и она уходит вообще в бездну. Так, дорожку надо прикупить водички. Че, глянем тут немножко, что на районе делать? Hello, Jumbo. Так, нормально. Тоже готовка. Вот он магазин. Вот он магазин, где вы покупаете воду. Ну, небольшой ассортимент, скажем так. Только, в принципе, вода и платья, да. Так, ну еще и по заказу какой-то кофе нам надо посмотреть. Местное кофе. Вот так находится местная чихана. Давайте глянем, что там. Чани, ни одной мысли, ребят, что бы это может быть. Ну вот это прикольные орешки. Целый набор, сет. Так, попытались мне объяснить, ничего не запомнил. Но сейчас вот он кофеек. Полетел, стакан. African coffee. How much one glass? 2000. Ну, ребят, меньше доллара. Ну, я по традиции, чтобы приобщаться к местным, да, знаете, всегда босиком. Так чувствуешь энергию земли. Настрой, позитив. Все это оттуда, ребят. А это что? Банк? Уже белые шкурки выходить не хотят. Ибра побежал купить нам арбуза. Ну, заодно может прикупить ракушек немного. Все, приехали на точку, где мы будем брать бот, лодку, ребят. Пытаемся узнать у Ибры, но он говорит, я вас все равно поимею, ребята. Listen to me. When you pay, okay, listen to me. I will not pay. I'll give you pay. Okay. How much? Конечно, лучше запускать черносливы. My only one, captain. Only one. My tourist I give you. Так. When you give me anything, I told you it's my boss. So if you give me 20, 100, 10,000, 10,000. No, brother, на качели вы будете слышать все время. No, Ibra, please, you tell me how... Вот так, друзья, мы приехали на Мнембу. Кто раньше тут бывал, здесь ты приезжал на дикий пляж. Сейчас же вон сзади торговцы. Капитан уже загрузился нашим арбузом, взял наш став. Лодку мы выторговали, так как мы, ну, с уважением, за 60 тысяч местных денег. Хотя просили 80. Заметил уже много таких китайских туристов здесь, азиатских. Ну, индийских тоже. Раньше были одни. Да, я уже понял. Такой весь бутер, ставчик, который в любом месте, в который связан с туризмом, вы можете купить. Ну, здесь, конечно, еще серенгети, животные, жирафы, слоны, бачки. Все на рэпе, не всякие. А, вот такая. Алоэ, да, была на Шри-Ланке такая. Ну что, белоснежнейший песок. Масайская атрибутика особенная, да. Я потрясен наличием здесь. Этот бизнес с арендой лодок. Плывем на тот остров. Там должна быть песчаная коса, красота, коралловый риф. И будет сюрприз. Ребята, продолжайте смотреть.
Сравните размер. Размер всегда имеет значение. Да, крутейшая ракушка. Я с такими амбалами не встречал. Свежачок? Из моря? Да, вон еще. Мы найдем такую. Все, сейчас. Рыбачки. Вот он, этот белый слепящий песок, когда ты становишься китайским туристом вместе. Ребята, все. Я не могу открыть глаза вообще никак. Но действительно, это еще самый пасмурный день, который я встречал. Вот он такой песочек. Если выйдет солнце, все, глазки выпали. Ибра классный. Вач, конечно, его босс, она его прессует постоянно, ну, такой, типа, она ему все время, что ты жрешь все время, почему не делишься, а он орет, да я со вчерашнего дня всегда не ел. Ну, ладно, бог с ним, с ногами, вот, с волосами на голове, как Ибра сделал завивку точечную на ногах, бля. Ты такой фантастический мэн. Кушайте, не отвлекайтесь. Конечно, тут и дайвинг, и снорклинг, все дела, вон, ребята... Баллоны с кислородом вытаскивают. Интересно, какая у нас будет лодка. Вот это, видимо. Че, Ибра с нами? Ништяк. Будет весело. Нашего капитана зовут Юсуф. И мне интересно, спит. What do you think? What speed of this boat? Yeah, wherever we drive, today we go to name as Brooklyn and Sunbanks. Охрененно! Алло. Видите, как губы его работают, там не устоишь, все уже. Вачик замечает особенность Ибры. Он лед сказал. А он? Короче, он когда жует, у него накачивается. Wait. Накачивается вот эта мышца очень сильно, он тренируется. Вот, сейчас он ее раскачает на невозможности. Че, как актриса, будете? What name of this dish? Ара. This dish. Name. How you call it? Inside Tassi. Tassi. Yeah. Ну вот, местная тема. Рыба, рис и немножко... Причем рис всегда готовится с кокосом. Кокосовый вкус. Кокосовый вкус у риса. Скоро я набегу. Какие волны, боже мой, что происходит? Какая дикая скорость. Че, не отъехали еще? Бля. Понеслась, атака! Вот да, это на зависть всем девчонкам, по-моему, сейчас. А это не лодка Билла Гейтса, он же небо. Оу, ребя, вот это остров Билла Гейтса. Вот это и был тот сюрприз, о котором я хотел им рассказать. Брат прикупил его в ковидные времена, видимо, по дешевке. Так, брат делает полицейский разворот, и мы оказываемся в райском местечке. В чем суть прикола? Сейчас уже по пояс, потому что мы немножко опоздали. Но по идее, это песчаная коса, которая идет к Виктору, уберитесь. Идет от острова Билл Гейтса и до бесконечности аж туда. Смотрите, Ибра, какой купил арбуз, да? Мы говорим, купи арбуз, брат, и он купил грушу нам, блядь, почему-то. Интересно, YouTube забанит или не забанит вот этот вид сзади? Что-то мужик кинул якорь, но неуспешно. Вот пытается его достать назад. Что там, брат? Цап! Застрял. Нельзя, такое мы не показываем. Это происходит вот так, камрады. А, тут не глубоко. Ну что, суть прикола, ты бродишь, там чувак с подносом ходит за тобой, со всякой едой на подносе, и вот так. Если у вас была, да, идея, что вы такие, как бы, лакшери, отдыхаете где-то на каких-то волшебных, как всегда, где такие вещи только? На Мальдивах. На Мальдивах. И здесь, на Занзибаре, такой цвет воды и такой билл гейтсовский пустот.
тема немножко подкрепиться фруктами и подводной добычей. О, кайф! Такие морские звезды. Там много-много всяких на рифах. Вон то все черное, это рифы. Мы там ныряли, снорклили, бомба. Я даже видел рыбу камень и мурену. Большой массаж сосков. Ну, братва, что хочу сказать. Смотрите, они красивые, они прикольные, но если вы их вытаскиваете и долго держите над водой, они умирают. Поэтому не гнобите животный мир. Классных ребят достали, быстро сфотографировали, опустили в воду. Они не заслуживают того, чтобы из-за нас они потом откидывали копытца. В общем, суперски. Красота. Влияет на то, что как. Ребя кайфанули, дальше заводим моторашку, едем. Ибра вырубился, но он переел, конечно, нифига, вот его, он нахавал целое ведро. И мы едем на снорклинг. Там реально серьезный риф. Глубина, тут идет стена грифа прям вниз в бездну, и там-то мы будем сейчас серфить и увидим там такое. Жаль, что вы это не увидите сейчас. Что за кипиш? Ну да, прикольно у них лодочка там. Тут и так уже видно, что рыбы вон кишмят по поверхности. Ну-ка, дай банана. Ну есть рыбы. Может, вачка закинем туда. Хлеба, говорит, есть. Да, пираньи набросились. Я вижу, то видимость метров, ну, 7, 8, 10. Ох, акула! Вон и была акула, да, вон она, кромсает там. Ничего себе! Братва, я туда не пойду. Сразу вам заявляю. А вот сюда поближе этих ребяток, сюда подгоняйте. Знаете, похоже, оп, вот, да. Не акула, нормальный карай, жирный, накачанный. Прям у них вечеринка, потихот начался. Неожиданно. Классно, что мы приехали. Куда мы везде приезжаем, комрады? Вы видите, начинается кипиш, движняк. Он уже хочет самоповеситься куда-то там. А, мы зацепились за что-то. Здесь мы якорь цепляем за этот трос. Вот что я понял. Ибра разбирается. Ну что, вот в эту бездну, к ним, к этим рыбам. Давай. И вот безумный вачик. Я, говорит, первая. Все, оп. Сейчас такие, знаете, ну, ребят, это морские пираньи. Да, нормально, норм. Не, ну а что? И я прыгну. Это одно из самых любимейших ее мест вот здесь. Вот. Не там же, в городе, не в этом Stones Henge, а вот там какие-то птицы поперли. Опа, припарковались. Интересно. Здесь, именно на природе, с этими рыбами. Все, я пошел, ребят. Если не миллиарды рыб разных мастей, 1000 сверху такая сидит и 1000 снизу.
А там глубина прям в бездну уходит до бесконечности. Можно смотреть, и все темнее и темнее. А так очень красиво. Ну, как передать? Да невозможно. А он плавать не умеет, поэтому здесь сидит. Ванчик, смотрю, королевишна, она такая маску просто в мусорку. Она говорит, одноразовая же. Итак, друзья, что хочу заметить, по сравнению, например, с мальдивским снорклингом, который очень дорогой, который очень безумный, там цены ломят за лодки, за все остальное, занзибарский просто фантастика. Вы даете $25, вялитесь там сколько угодно, видите огромное количество рыб, всего кайфа, наслаждения и остров Билла Гейтса. Блин, не зашло. На песок омрады не скрипучий, хотя настолько мелкий.